Блин, может это, какие-нибудь пробьем. Заряд настройства в пленочку. Давай сначала так по экрану пройдемся. Отлично состоит дисплея. Задняя панелька силиконовой пленочки. Да, здесь есть пупырки, но они на пленке непосредственно самые. Пупырочки-то это на пленке. Ну так, на отблеске видно, да. Задняя панелька менялась. Ну, по телефону, да, об этом и говорили как-то. Сделан довольно-таки качественно. Ну-ну. Зарядное устройство подключено, работает, Wi-Fi модуль также. Это у меня по лицу меня узнал уже, похоже. Палец рабочий. Палец рабочий, Face также. Face ID также работает. Да, камера основная. Фронталка. Угу. Зум, не 4К, да? Да, помоги, пожалуйста. Какой? А вот, ну, там большой какой. Зум еще приблизь, до 50-кратный. Да там нет ничего так далеко, чтобы приближать. Вот, все, это максималка. Отлично. Сход, развал, все на монтаж. Дисплей без выгорания, полностью исправлен. Так, ну ладно, я тут. Ну что, получится, да, хотя бы это пробить. Угу, отлично. Фигню. Кого? Да вон. Плитку. Нет, пока без цены. Пока не получится. Аккаунтов никаких нет? Угу. Привет. У вас потратить деньги никак, что нет, как не там бывает. Ну, Wi-Fi-ком все же. Отлично. Все.